Всем привет! С вами канал «Все про Android». И сегодня хотел бы уделить внимание такой программке, которая называется HideMan. Вот эта программка. Что же делает эта программа? Она позволяет вашему Android-устройству, планшету или смартфону подключиться через прокси-сервера, которые расположены в других странах, к любой точке доступа через мобильный интернет и через Wi-Fi. Зачем это все нужно? В школах, в высших учебных заведениях, да во многих интернет-кафе устанавливают фильтры NetPolice, которые блокируют доступы. Например, в школах могут блокировать доступ к Википедии, к некоторым сайтам, на которых находятся решения задач, в общем, так называемые решебники. В институтах могут блокировать доступ к Википедии, к сайтам, на которых находятся социальные сети. Вот эта программка поможет нам обойти эти фильтры NetPolice и свободно подключиться к точке доступа уже со скрытым IP-адресом. То есть с IP-адресом любой другой страны, которую вы выберете. Единственный недостаток бесплатной версии этой программы, что она работает и дает возможность подключиться всего лишь 5 часов в неделю. Но если программка будет вам необходима, то вы, соответственно, сможете купить платную версию и пользоваться уже более расширенной версией. Как все это работает? При запуске программка определяет, сколько времени у вас осталось на этой неделе, определяет ваш IP-адрес. Вот я нахожусь в Кременчуге в Украине. И вы можете изменить свой IP-адрес на любую страну, которую бы вы хотели видеть. Не все страны доступны. Вот в бесплатной версии доступны прокси-сервера Молдавия, Нидерланды и все остальное. Возле некоторых стран есть под меню настроечки. Вы можете посмотреть, какая нагрузка идет на эти прокси. И, соответственно, выбрать прокси-сервер, который менее загружен. Выбираете любую страну, нажимаете «Подключить». Доверяя этому приложению, идет аутентификация, и, соответственно, вы видите, что теперь при подключении страна будет определяться как Нидерланды. То есть ваше подключение идет через прокси-сервер. Это помогает обойти фильтры NetPolice и спокойно подключиться к точке доступа Wi-Fi и зайти на любой сайт, который блокирован фильтром NetPolice. Я не буду вдаваться в тонкости, как все это происходит, но устанавливайте программку и экспериментируйте. Если в вашей школе, в вашем институте или другом учебном заведении установлены фильтры NetPolice, и вы пытались подключиться через Wi-Fi и зайти на определенные сайты, у вас не получилось, то, установив эту программку, процентов 90 я вам дам, что у вас все получится. То есть я экспериментировал, программа в действительности обходит фильтры NetPolice, так что пользуйтесь, наслаждайтесь свободным и анонимным доступом в интернет. Также данная программка поможет вам подключиться к серверам, которые заблокированы, например, в вашей стране, то есть скроет ваш IP-адрес и, соответственно, сайт, к которому вы будете подключаться, будет видеть ваш IP-адрес, который вы выбрали, установив данную программу и выбрав страну, в которой расположены прокси-сервера. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!